Нынешний взрыв – четвертый за 10 лет. Последний раз крупный инцидент в Арисе произошел в ноябре 2015 года. Тогда во время утилизации боеприпасов с истекшим сроком хранения сдетонировала взрывчатка. В результате взрыва один человек погиб и еще один получил ранение. К счастью, другие 16 человек, находившиеся на полигоне, тогда не пострадали. В июне 2014 года на территории НПО «Казарсенал» также произошел взрыв при утилизации боеприпасов. В результате два человека погибли, один человек пострадал. А первый взрыв раздался 10 лет назад, в марте 2009 года, на территории все того же НПО «Казарсенал». Тогда первоначально возгорание началось в одном из производственных помещений, из-за чего произошла детонация снарядов. В результате взрыва погибли 3 человека и 17 пострадали. Как позже показало расследование, на предприятии грубо нарушалась техника безопасности. Но если углубиться в историю, самый первый взрыв произошел в Арисе в 1943 году. Тогда взорвалось хранилище артиллерийских боеприпасов. Огонь уничтожил 414 вагонов со снарядами. 4 человека погибли и 46 человек было ранено. Причиной происшествия также стали нарушения правил безопасности. Данияр Худайбергенов, Нургильдис Адвокас, информационная служба телекомпании «Отрар».